Добрый день. Я постараюсь провести вас по полю боя. Мы покажем вам окрестности, покажем то, что происходило здесь по мере наших возможностей. Расскажем о героизме и тяжкой судьбе наших солдат, погибших в этих местах. Нас окружает живописный сосновый бор, лесная идиллия. Но идиллия это обманчиво. Весь лес исполосован окопами. Окоп естественным образом сползает в болото, замыкая нашу оборону. У этого болота есть имя. Называется оно Гладкое. Этот памятник бойцам 1246 стрелкового полка 374 стрелковой дивизии мы поставили ровно год назад. На табличке выгравировано воинам 1246 СП 374 СД, погибшим на болоте Гладкое 19-26 марта 1943 года. Вечная память солдатам. Добрые люди прикатили три колеса, несли краску, покрасили белой краской, выложили 1941-1945, посадили мох и дополнили этот памятник. По этой дорожке с болота на высоту поднялись 156 наших воинов. На этом пятаке примерно 150 на 50 метров поднято 55 солдат. Это только здесь, а болото-то ведь большое. Около километра и 700 метров в длину и километр 300 в ширину. Мы с вами идем вдоль берега Гладкого и подходим к нашей крайней, самой первой линии обороны Красной Армии в этом месте. И тот предельный рубеж, до которого смогли отжать немцев наши бойцы в марте 43-го года, положив несколько сот жизней наших солдат. Полки сменялись, приказы менялись, но неизменным в течение мартовского наступления было одно: приказ захватить южный берег болота Гладкого. Стратегического значения он не имел. Немцы вот на той высотке, которая в центре кадра, выстроили свою линию обороны. Мы сейчас подойдем к ней. Мы, можно сказать, легко взбираемся на эту высоту. Смотрите, какая она громадная. Вон дно. Примерно в 15 метрах по вертикали вниз. А нашим солдатам так и не удалось сюда взобраться. Вот так выглядит немецкая оборона. Такие же ископанные трофейщиком окопы. Такие же траншеи. Линия обороны. Вот, кстати, немецкие гильзы, обращаю ваше внимание. Да, это настоящие немецкие гильзы калибра 7,92 от карабина Маузера 98К.
Это, очевидно, был блиндаж. Вдоль и поперек перекопаны современными трофейщиками. Ну, куда ж без них. Вот это и есть та самая вожделенная безымянная высота на южном берегу болота Гладкое, за которую наше командование, наши солдаты бились в марте 43-го года. Наступали оттуда. Вот. Вот там болото Гладкое. А здесь сухо. Здесь высотка. Мы пройдем дальше по окопам, не выключая камеру. За что биться? Возникает вопрос, да? Особенно у молодых зрителей. Так ведь, дорогие мои, в каждом конкретном случае такие вот отдельно взятые безымянные высотки иногда решают судьбу целой армии. Нередко и целого фронта. И такие ситуации бывали. Это не ров, это окоп. Окопы были полного профиля, то есть в полный рост, так, чтобы можно было ходить, не пригибаясь в них. Без опаски быть подстреленным. Вот здесь, очевидно, был большой командный блиндаж. Может быть, не командный, но, по крайней мере, для взвода солдат точно. Из него, как минимум, я вижу три выхода. Вправо, прямо и влево. А боевые позиции, то есть позиции стрелков и пулеметчиков немецких, всего лишь в 70 метрах южнее вот того громадного блиндажа и той линии окопов. Ближе к болоту Гладкое, то есть непосредственно на его южном берегу. Вот та линия окопов, по которой мы шли, вот она. Мы ее чуть-чуть срезали, пройдя немножко по лесу. Вот она продолжилась сюда и превратилась в данном месте в стрелковую ячейку. Здесь сидел пулеметчик, который контролировал сектор обстрела. Я сейчас покажу камеры. Вот отсюда до сюда еще одна ячейка. Очевидно, тоже пулеметная, судя по ее расположению. Следом, вероятно, второй пулеметчик сидел. Уж больно выгодное положение они оба занимали. Поверхность болота отстоит от нас по вертикали примерно на метров 10. Уже в этом месте совершенно очевидно, что все, что движется на болоте, представляет из себя тир. Мы часто проходим через эту высоту, продвигаясь к месту работы на болоте. Фактически каждый раз при ее прохождении, попадая сюда, мы становимся на место немецких пулеметчиков, которые сидели здесь, которые рассматривали движущихся человечков по болоту как мишени, которые надо уничтожить. Нам известно, что многие пулеметчики, которые особо отличились в своей поганой работе, многие теряли рассудок, сходили с ума. Знаете, действительно можно сойти с ума, понимая, что ты убиваешь, пусть даже в бою, пусть даже в войне, государство против государства, народа против народа, убиваешь врага, да, но ты убиваешь человека. И когда их сотни, а когда их тысячи, я не знаю, снятся ли там, как говорят, кровавые мальчики во сне или нет, я не знаю. Я не убивал ни сотни, ни тысяч, я не убивал вообще никого. Но на их месте не пожелал бы оказаться никому. Попадите сюда, попробуйте. Может быть, с помощью этих кадров, этих слов, этого видео что-то проникнет в ваши души, и вы поймете, сколь грязно само понятие войны, сколь
пагубна вообще для человечества война, прежде чем сесть за компьютер и запустить очередную стрелялку. И так легко, нажав на клавишу или на мышку, уничтожить такого легкого врага, вооруженного или нет. Главное, что у вас есть силы, патроны, энергия. Что там еще в этих играх? Запасы. Нажал на мышку, хлоп, убил. Еще раз хлоп, убил. Компьютерная игра — это бирюльки. Жизнь совсем другое. Прямо против этой высоты, наиболее близко к ней, подобрались три автоматчика. Мы их подняли 9 мая 2009 года. Самые первые бойцы, которых в числе 9 человек удалось поднять в том году. С этого, собственно, начались восхождения парней на сопку. Сейчас мы вам покажем, что значит взять эту высоту. Каких неимоверных трудов это потребует. Обратите внимание, в центре кадра идет наш боец. В руках у него вместо винтовки примерно такой же по длине металлоискатель. Вот представьте, сейчас ни стрельбы, ничего нет. Он, погружаясь по щиколотку в мох и воду болота, подходит к высоте. Теперь представьте себя на месте немецких пулеметчиков. Они так же спокойно, как мы, будут смотреть на подбирающихся русских солдат. Так же с распростертыми объятиями, как мы сейчас дядю Сережу встретим, когда он возьмет эту высоту. Каково, дядя Сережа? Сложно. А если еще с полной выкладкой и запасом вооружения и еды? И по тебе еще стреляют? И по тебе еще стреляют не только с пулеметов, а еще и с минометов, и гранаты кидают. Практически невозможно взять. А если еще водой склоны политы так, что образовалась ледяная корка? Ну, если только уже по своим, по мертвым поднимались. Не было ни лестниц, ничего. А приказ был взять высоту. И приказ выполняли. Я не знаю, удалось ли нам передать всю сложность ситуации. Но, по крайней мере, мы попробовали это сделать. Двигаемся дальше. Остатки минного ящика, немецких мин калибра 50 миллиметров. А это советская пулеметная коробка от лент пулемета Максим. Железная достопримечательность этих мест, как мы ее называем, Роза. Осталось от нее сравнительно немного, но теперь представьте, что это дура, это второе ее название, дура, летала по небу, по воздуху, и разрывалась над головами бойцов на мелкие осколки. Это немецкая шрапнель. Представьте, вот эта вот часть ее, вот эта верхняя, разорвалась в виде осколков. А это то, что от них, вернее, от самого снаряда осталось. И с гулким воем шлепнулась об землю. Ну вот еще одна дура, которая, возможно, скоро отправиться в один из музеев. Таких артефактов довольно много
в боевых местах. На них уже никто не обращает внимания. Никому они не нужны, естественно. Но должен сказать, что экспонат из этой дуры в любом музее получится отменным. Та взрывная сила, с которой тринитротолуол разрывает металлическую трубу под названием снаряд или мина. Та безумная сила взрыва, которая заворачивает железо. Ну, с чем бы это сравнить? В петельки, в локоны. Представляете, железные локоны. Разве может такое сравнение иметь место? А ведь имеет же. Ведь это как раз то, что вы сейчас видели на разорвавшейся дуре под названием шрапнельный снаряд. Железные локоны. Разве может устоять человек и его физическое тело против такой силы? Убивал один такой снаряд, если удачно, в кавычках, был послан, от 20 до 50 солдат, если они не ровен час кучно собрались где-либо в боевой обстановке. Это остатки немецкой колючей проволоки. Вот здесь целый куст, можно сказать. Видите, вот это все проволока. Вот она петлей идет. Коричневая, сливающаяся с зелено-коричневой поверхностью. Здесь еще были целые заборы. Прорваться через нее было невозможно. А вот здесь, дядя Сережа нам покажет сейчас, целый моток этой проволоки, оставленный с войны. Это настоящий моток, не бутафорный, а именно такой, который брали на кол солдаты, продевая в отверстие в центре. И начинали тащить от столбика к столбику, предварительно закопанному в поверхность, и опутывать свою линию обороны в сторону, обращенную к противнику, чуть ли не сплошным забором. В одну, две, три, пять, десять ниток. Все, и мы прошли. Чавкая. Где-то даже чертыхаясь в душе. Вот повел нас стоящий за кадром проводник. Сережа избрал более сухой путь. Болото гладко, мшисто. Оно испещрено тысячами воронок, которые нужно, безусловно, обходить, понимая, что веселая полянка, обычно круглая. Веселая – это значит с очень свеженькой зеленой травой и мхом. Это и есть опасное место, в которое наступать нельзя. Обязательно нужно обойти его. Я сейчас покажу вам одну из таких воронок. Вот она, как ее назвал, веселая лужайка, веселое место, веселая растительность. Это и есть воронка, видите, мох очень сильно отличается
от близлежащего. Чурайтесь этих мест. Наш старый бивак 2016 года. Здесь многочисленные компании. 30 с лишним человек, да, мы обедали свои рабочие дни на болоте, не выходя в лагерь. Это было гораздо более удобнее, чем тратить время на подход и выход. От бивака мы прошли совсем немного, метров 40. И вот первый раскоп, самый ближний, где был солдат. Обратите внимание, на деревьях висят некоторые предметы. В частности, вот сейчас в центре кадра на дереве остатки каски, а также шинели, все, что удалось найти от солдата. Вот тоже остатки шинели. Когда-то толстые, суконные. Это остатки перчатки. Вязаные перчатки. Ничего почти от человека не остается. Представляете, в такой мочежине лечь и погибнуть. И вот здесь наших солдат набито немерено. Видите, еще один раскоп. Бойцы отыскиваются по каскам, по гранатам, по оружию, по патронам, противогазам, на металлоискателя, естественно. Вот остаток диска ППШ, висящий на дереве. Диск от автомата ППШ. А этого солдата нам удалось отыскать благодаря, опять же, его каске. Вот он висит на дереве. А этого бойца, несмотря на то, что есть раскоп, есть каска, отыскать так и не удалось. Видите, вот она касочка, вот раскоп. Почему? Возможно, был ранен. Возможно, товарищи его, скинув каску, утащили в тыл. Может быть, он остался жив. А этого бойца нашли по кружке. Смотрите, вот он. Свистнул на металлоискатель. Его подняли в прошлом году. Природа затянула раскоп так, словно это было несколько лет назад. Это канавка хода от водной ямы. Вырывается лопатами яма глубиной примерно сантиметров 40-50. Куда спускается по канавке вода из раскопа. Раскоп осушается и осуществляется подъем. То есть отыскание и извлечение останков солдат. Возможно, это его каска. Рядом с ней есть раскопчик, но солдат так и не был найден. Вот каска. Еще одна каска. Тоже щупили, искали. Вот кружка. Но найти так и не смогли в этом месте. Или нашли? Ботинки же. А, нашли. Извиняюсь. Вот ботинки. Значит, боец лежал просто не глубоко. Поэтому его удалось легко отыскать и поднять. Вещи мы не собираем. Даже если человек уже найден, останки собраны, мы оставляем их на деревьях. Они служат в какой-то степени ориентирами, потому что для любого человека, особенно новоприбывшего, что лес, что болото здесь абсолютно одинаковы. Абсолютно неразличимы, только какие-то более-менее осязаемые предметы могут подсказывать. Да, я тут был. Да, вот в этом году мы поднимали бойца здесь. Да, я здесь работал. Мы, конечно, используем и совершенно нормальные, современные, научные способы фиксации результатов.
Каждую точку находки засекаем на прибор геопозиционирования, просторечие называемый GPS-кой. Документируем это все в бумаге, в соответствующих актах и протоколах. А затем выносим в программе Google Планета Земля на спутниковый снимок, где координаты каждой находки обозначают место гибели конкретного солдата. Цветом различаются года работы. И, соответственно, мы получаем универсальный электронный планшет поля боя, где легко отыскать каждую находку, легко привязать любой отчетный документ к конкретной точке на местности. Всего не записать, всего не задокументировать, но основные детали отметить, зафиксировать и сохранить. Вся эта система нами разработана уже очень давно и используемая много лет, позволяет с успехом это делать. Вот так развернула пулеметную коробку от пулемета Максима. Здесь были найдены останки 4 человек 7 мая, уже под самую ночь, с 9 вечера до 10 мы в 20 человек смогли очень быстро отработать это место. Вы уж извините за глагол отработать, такой очень несуразный для данной работы и данного места. Ну как по-другому еще сказать, когда любая работа должна быть описана какими-то словами. И каждое место, где мы приложили усилия, закончено в работе. Вот это и есть поиск, это и есть пропускание через себя тяжелой солдатской судьбы, когда сначала просто мох, вот такой, травянистый, желто-зеленый, вот такие незрачные сосны, синее-синее, проникновенное, огромное небо над головой, и вдруг война. И вдруг металл вылезает, благодаря металлоискателю или щупу, на поверхность и превращается в противогаз. Следовательно, если противогаз, то почти наверняка боец, наш защитник, погибший в 43-м. Вот сейчас в руках у дяди Сережи я покажу вам остаток пулеметной ленты Максима. Каска советская, похожая на немецкую. СШ-36, образца 36-го года. Лопатка. Вторая лопатка. Даже древко сохранилось. Что не часто бывает в этом месте. А вот от второй каски осталась только теменная часть. Наши товарищи ушли чуть раньше нас. Мы пока не знаем, нашли ли они кого за время нашего отсутствия. Нас не было примерно час 15. Может быть, нашли, может быть, нет. Сейчас придем к ним, узнаем в режиме, опять же, как сейчас принято говорить, онлайн. А что же у вас
дорогие наши товарищи, происходит. Надеюсь, они нашли бойца. Сделать это сейчас уже ой как непросто. Смею вас уверить. Несмотря на наличие металлоискателей, опытных руб, чувствительными щупами, горячие головы, пламенные сердца и чуйку. Несмотря на все это, найти человека теперь все сложнее и сложнее. Сейчас узнаем. Ну как, парни? Милания, дали сегодня щуп. Ой, Минак. Мальчики сидели спокойно, никого не трогали. Ну, в смысле, работали, но сидя. Сидя, да. Инструменты работают, значит, мы работаем. Понятно. Пошла Миланушка в лес, ну, не знаю, зачем, по ягоды. Шла, звенит у меня, говорит, что-то. А, еще Даня говорит, принеси мне что-нибудь. Главное, говорит, что принеси мне что-нибудь. Она сказала, так что, принеси мне что-нибудь. Ну, Даня понял, принес ей скобу, принес ей, что там, щуп. Миланушка нашла у нас лопаточку, потом нашла много вот патрончиков, и потом нашла диск, вон диск на дереве. А сейчас мы только что нашли противогаз. Покажите, где? Вот тут, вот. Мы его подняли, но там стекло и резина. Вон, весь звук. А в общем, здесь надо есть мешок с патронами. Да, а тут очень-очень много. В общем, Миланушка... То есть боец. Умница, Миланушка. А сейчас Дима Пеп будет искать ботинки. Дима Петров у нас признанный мастер своего дела. Иногда, товарищи, только не смейтесь, пожалуйста, когда услышите эти слова, это знак уважительного отношения к этому человеку. Его называют очень просто, ласково, мило и любя. Дима Бот! Вялый бот. Иногда вялый бот. Нет, бот. А вон героиня сегодняшнего праздника. Да, я ее сейчас покажу. Так вот, смею вас уверить, не нужно улыбаться. Это действительно мастер. Да. Там, где у нас не получается найти, когда мы раскрываем объект шириной 2 на 4 метра, а найти не можем, подходит Дима тихо, скромно. Я бы сказал, непритязательно. Работая щупом слева, справа, сзади, впереди, хлоп, кротко молвит. А у меня бот. Игорь Иванович. Так. Так. Опять без всякой подстройки. Что? Маска противогаза. Вот так вот, дорогие товарищи. Подчеркиваю, что происходит при вас. Видите, как глубоко, практически по локоть. То есть очень холодная вода. Дерево банка. Его прижало и выросло на нем, скорее всего. Да. За счет него и выросло, за счет солдата. Вода холодная. Ледяная сегодня вода. 4 мая. Лед даже сегодня был. Ночью было +1. И вот сейчас этими мерными движениями, которые для несведущего человека кажутся бессмысленными. Якобы взрослые люди стоят и тупо тыкают железные палки в мох. На самом деле это чуть не самая ответственная работа. После нахождения металла обязательно нужно прощупить. То есть вот эти палки — это и есть поисковый щуп. Прощупить — это значит несколько раз ткнуть не сильно щупом найденный предмет и попытаться оценить его массо-объемные характеристики. То есть, что нашел металлоискатель? Мину, снаряд, противогаз, диск, лопатку, каску, патроны, дерево ли, стекло. На все это можно ответить до момента вскрытия мха или грунта только щуп. И тогда уже поисковику понятно, что перед ним. Мина, конечно, ответит, как любое другое железо, снаряд тоже, но массивность, как говорится, никто не отменял. Массивный предмет и отвечает массивно, соответственно, вскрытие его производится с предельной осторожностью, если вообще производится.
А сейчас мы ищем ботинки солдат, чтобы определить, куда разворачивать мох, в какую сторону, чтобы не делать работу впустую. Мы пытаемся найти ботинки. Они из кожи и резины, как правило. Оба этих материала пружинят. Щуп совершенно четко отдает в руку при пружинищем отклике обуви. Поисковик понимает, что, скорее всего, это есть ботинки. Точно так же, кстати, противогаз отличает. Маской или гофрированным шлангом резиновым, который сейчас дали. Мы не смогли определить, где лежат ботинки возможного бойца. Поэтому сейчас вскрываем мох параллельно этому процессу, роем опережающую ямку. Выпрастываем мох, углубляемся примерно на 20 км, потом вот здесь пророем канавку и из мест находки артефактов будем выпускать воду. Соответственно, отбор мха приведет к появлению воды в раскопе, которую мы, собственно говоря, и удалим ведрами через эту ямку. Очень хорошо показали себя плоские вилы в этом процессе. Показываю. Вот они. Решили вскрывать. Корень. Мне можно ходить дальше? Лучше заняться отбором мха. Шинелечка или ватник. Это вот в ту сторону пошло, да? Вата. Остатки шинельного сукна. Или ватник. Судя по всему, ватник. Материал вата. Не помню. Ага. А покрытие сукно, да? Да. А вчера ведь тоже было. Глубоко. Да, глубоко. А почему и нащупать не могли? Ага. Начала работать опережающая ямка. И Данила. Мотопомпа. Мотопомпа Данила. Пока все. Долго ли, коротко ли, но раскоп оказался закончен. Такая непритязательная яма осталась после подъема почти растворенного бойца. Пришлось завалить 4 дерева. Одно из них, вот это самое большое, выросло на бойце за счет него. Боец был одет в ватник. От него практически ничего не осталось. Все забрала природа. А теперь его душа, освобожденная, стремится ввысь. Как вы могли убедиться, поиск — дело непростое. Где-то даже грязное, ну, имея в виду условия работы. Холодная вода, холодный грунт. Непростое болото.
общем, все непросто. Конечно же, возникает вопрос, зачем? Зачем все это? А ответ простой. И лежит он на поверхности. Кто-то должен завершить ту давнюю войну. Если не мы, то кто? Если не вы, то кто?